Сейчас проходит фестиваль «Радость развития», и на будущий год в апреле также мы планируем, уже даже есть тема будущего фестиваля, это «Счастье в деятельности». Сейчас у нас фестиваль «Имидж человека и компании». Проходит с целью развития компании, вовлечения большего числа компаний, чтобы радость от развития внутреннего в компании сотрудников доставляла это удовольствие и радость присутствовала в работе. Здесь собирается такой круг единомышленников, да, людей, которые вокруг чего-то объединены, и, соответственно, все проходит, ну, так вот, ну, на позитиве. Сейчас наша внутренняя социальная сетка дошла до такой автономности, когда руководителям зачастую уже не надо вмешиваться, потому что в дискуссию там под постами, в комментариях влазят другие сотрудники, которые там сами объясняют там Васе Пупкину, который: «Вася, ты не прав, потому-то, а еще Васе, наверное, надо пойти работать и перестать там дурака валять». Очень понравилась мне Катерина, вот про фестиваль, про поколение Y, очень интересные технологии, и вот посетил этот мастер-класс. Рынок тренерства, он развивается, в том числе благодаря вот таким мероприятиям, потому что тренерство как инструмент, оно всегда будет востребовано, и, конечно, нужно, чтобы тренерство было профессиональным.